Слушайте, я вчера делала конфеты. Будем сегодня пробовать. Ну, слушайте. Вариант интересный. Хотя я бы начинку сделала послаще. Сейчас я вам расскажу, что там. Шоколад сам по себе прекрасен. Короче, мы как-то с вами вместе, по-моему, сушили яблочную пастилу. Тоненькую такую. Вот она у меня лежала, 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 лежала. Я понимаю, что она у меня лежит, будет еще лежать. Ну, то есть шансов нету, что-то вот не заходит она. Как-то пересушили. В общем, короче. Я ее всю скинула в мультиварку, проварила, добавила туда корички, мятки сушеные. Вот я не подумала, что сахарка надо было добавить, но надо было. Там он изначально был, но его было немножко. Потом все это выложила кучками. Кучки немножко остыли, я их кругляшки сформировала. И потом растопила черный шоколад с немножко маслечком. И эти кругляшки в этом черном шоколаде сделала. Ну, короче, получились такие домашние конфеты. В принципе, имеет место быть, но надо бы послаще. Но тем, кто не ест сахар, там, тут 5-10, зайдет на ура. Вот так вот. Такое доброе утро. У меня теперь в холодильнике, смотрите, сколько этих конфет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подождите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И десятую вот мы с вами попробовали. Ну, все уже подзастыло хорошенько. Такие кульки. Можно их сложить в какую-нибудь коробочку, контейнер. Оставить в холодильнике. Тут уже явно шоколада мне не хватало, но тоже ничего. Короче, вот такие вот наши руки не для скуки. Я опять занялась уборкой, так сказать. Вытащила здесь просто все, протру. Немножечко. Чисто символически. Куча всего надо как-то сложить. Видите, у меня соль есть, оказывается. Я купила еще одну. Потому что, блин, вот эти какие-то остатки. Что вот это? Манка. Тут остаток какой-то крупы. Это распихать, орехи нашла грецкие. Короче, надо как-то Дуся, ты помогать пришла, спасибо. Куда вот я без твоей помощи, как-то так одно на одном. Там вообще что сверху, черт голову сломит. Тоже какие-то баночки. Ну там сода, чай. Ладно, не будем туда лезть. Геркулес оставил. Муку. Соль, наверное, так что. Может, я соль сейчас сюда пересыплю. Тут, видите, есть место, чтобы поменьше было этих
пакетиков. 150 пакетиков. Надеюсь, у нас все влезет сюда. Надеюсь, конечно. Надеюсь. Только зря, наверное, надеешься. Ну-ка, давай, тютелька в тютельку. Тютелька в тютельку. Интересно, интересно. А, блин, там еще есть. Так, я там рис варю, но рис я уже посолила. Блин, вот эта ложка не влезет теперь. Шпроты. Ну, шпроты вещь важная, пусть стоит. Че, Кристюш, там солнышко, да? А ты гулял сегодня, нет еще? Нет? Давай, сейчас открою тебе. Я рис варю, у меня котлеты еще есть, ну, то есть какой-то обед. Давай, иди гуляй. Какой-то обед сейчас будет. Видите, все, маскировка закончилась. Его уже грызут по полное число. Он маскировался с кактусами, но, видите, его раскрыли. Свежо, так тепло. Настроения, правда, нету, а так все нормально. А так все нормально. Так что сюда крупу пересыпем вместо риса, да? Что у меня тут за крупа? Ну, пшено. Сейчас. Вот пакетиков. С одной рукой неудобно. Сейчас, девочки. Это, кстати, я покупала Leroy Merlin. Они так подкручиваются, закручиваются. То есть удобно писать конструкцию. У меня 4 штуки, 4 баночки таких. Четыре баночки для крупы. А тут у меня, я не знаю, что у меня тут лежит. Полента. Полента, да. Сейчас сверху раскрутим. Да, тут полента. Может, я туда же эту манку запихаю. Сейчас, девочки. Или сюда вниз гороху ее. Так. Вот так вот, видите, очень удобно для круп получается. Так, у меня здесь есть какао еще. Какао. Ко-ко-ко. Что это? Всякие специи. Кисели. Сюда вот коллагенчик, ничего так. И что у меня здесь еще? Вот эти вот какие-то тоже мирные стаканчики. А это подкормка сера. Ну, она уже все. Какой-то 2011 год. Все уже можно. Тоже надо помыть. Гляньте, шприцы какие-то. Зажимы эти. Пинцет у меня даже, между прочим, есть. Угу. Так. Вот эти сейчас мерные ложечки.
помоем все. Вот это тоже надо все помыть. Руки чешутся окна мыть. Но это прям, знаете, еще как-то вообще рано. Что там у нас? Прогулка идет? Идет. Приуныл, приуныл, я знаю, я прям чувствую, как вы говорите. У меня подружки тоже какие-то фотографии отправляла. Он говорит, а что будет у тебя там смеситель? Приуныл. Ну, не могу его сама открутить. У меня никак руки не доходят вызвать кого-то. Надо, надо заняться, надо. Так, это все моем. Раритет хранить и передавать детям и внукам. Ладно, шучу. Ну пусть он еще пригодится, как заморозка начнется. Так, орехи я сюда положу. Надо их. Пораскулачивать. Все так, чистота, порядок. Да, вот это сейчас все помоем. Более или менее, да? Более или менее открываешь ящик, там порядок. Тут у меня тоже почти порядок. Вполне себе порядок, да? Я хочу перебрать посуду. Тут тоже порядок. Видите, молочник какой маленький есть у меня. Ну, тоже опять же стоит. Вот здесь хочу посуду перебрать, потому что посуды много, что с ней делать. И то это как бы тот минимум, который я тогда у мамы забирала. Ну тоже вот стоят там вот эти, вот кто им будет пользоваться. Блюдца какие-то. Тогда я относила на работу, когда в офисе работала, там тоже тарелки. Короче, тарелок много. А пользуешься по факту. Пользуюсь я сейчас новыми, которые купила. Ладно, тоже надо подумать об этом. Все, ты ушел. Оставляем на проветривание. Пользуюсь я новыми, конечно. А как же? Вот. Как раз с рис будем с котлетками. Что рис уже. А что ты пикаешь? Типа ты все или что? По-моему, нет. Сейчас. Так, это моя миска. Иди отсюда. Кошмар какой-то. Глаз да глаз. Уходи со стола. Так, все, сейчас это помоем быстро. Так, все, красота. Среди бегущих. Вот тоже раритет, между прочим. Икея, сахарница. Это у меня соусники такие маленькие. Салфетница. Это, кстати, в самолете кружечку давали. В каком, правда, не помню, Трансайра, может быть. Давно это было. Сейчас уже трансайера-то нет. Давно нет, да, скажете вы. Ну, так. Ой. Так, сейчас мы это куда-то здесь тоже присподобим. Приспособим. Присудобим. Кто под ногами? Крестуша, ты?
Ну, вот как-то так. А вот еще один какой-то контейнер. Чего-то, как мирная ложечка. Ладно, пусть тоже здесь лежит. Ты уже гулял. Так. С полотенчиком. Рис у меня готов. Котлетки разогреваются в соусе. Время у нас, кстати, уже 3:00. Да, нужно выпить мандаринчику, хотел сказать, витаминчику. Кристюш, ты уже гулял? Нет, я не буду сейчас тебе открывать еще раз, потому что сейчас я буду обедать. У меня тут чай холодный, сметана. Конфеты я переложила в контейнер. Ну, такой набор. Кстати, можно... Да не, не буду его уже выкладывать мясо. Не буду, я сейчас ничего готовить не хочу. Нет настроения. Вот ты зевнул, так зевнул. Настроения нет по понятным причинам. Я даже не хочу об этом говорить. Не хочу. Все разогрелось, да? Хорошо. Хорошо. Хорошо-то хорошо. Да, ничего хорошего. Вода холодная пусть стоит. У меня есть, кстати, картина же, которую у меня подружка нарисовала. Можно ее как-то сюда присудобить. На магнитик как-то. Что-нибудь придумать, да? Что-нибудь придумать? Так. Витаминки. Рис. Кстати, в рис можно... Маслечко положить. Я не буду. Я его сейчас сразу потом положу. Сюда. Так, и сюда сейчас рис переложу. Все, красота. На 2 дня обед еще есть. Так, это пусть остывает. Что мне здесь нужно? Мне здесь нужна помидорка. Что? Кто будет отвечать за овощевую группу? А? Ну-ка. Кто есть из овощей дома? Помидор? Ты? Ну давай. Помидор так помидор. Все. Я пошла обедать. Мне приятного аппетита. Вам тоже приятного аппетита, если кушаете. Нет, не открою я тебе окно еще раз. Все, иди спать. А я пошла работать. Обедать и работать. Обедать и работать. Все, пока-пока. Дусь, ты помогать мне пришла, да? Ты помощница. Дусь, ты знаешь, а на этом столе, наверное, тоже лежать нельзя. Представляешь? Не ожидал такого подвоха. А вот, я тебе сообщаю. На рабочем столе котикам тоже лежать нельзя. Угу. Иди спать, Дусь.